Всем привет, ребятки, с вами X-Prime, и сегодня мы будем играть в демо-версию Resident Evil 2. Она у нас на 30 минут дается, официальный запуск игры будет 25 января, вот, в Steam она стоит около 2000 рублей, стандартная версия. И вот почему я записываю это видео, вот хочу узнать ваше мнение после просмотра данной демки, захотите ли вы смотреть... записи прохождения игры, вот именно в моем исполнении, понравится ли вам, оставляйте свои комментарии к данному видео. Вот. Ну, что мы будем ждать, давайте посмотрим, что начнется. Так, 30 минут, видите, таймер появился справа, онлайн-магазин, давайте настройки сначала зайдем, посмотрим, что у нас по настройкам есть. Управление, камера, экран подтвердить. Эта опция доступна в случае поддержки HDR. Интерфейс. Понятно. Графика. Давайте мы сразу 12 выставим. Так, перезапуск игры. Давайте перезапустим. Перезапустим на всякий случай. Сейчас она загрузится. Подождите чуть-чуть, ребятки. О, пошел процесс. Окей. Так, настройки, графика. Хочу посмотреть. Все, весь экран, режим обычной отрисовки. А эти видеокарты. Ага. Это сколько она типа съедает? Прикиньте, у нас, обратите внимание, память видеокарты пишет, сколько у меня, допустим, 8 гигабайт памяти, и она показывает. Эти, прикиньте, съедают прям. Качество изображения. Не, подожди, еще оранжевый. Вследствие интенсивно использования графики присвоен оранжевый уровень. Возможно, небольшие ошибки. Ага. Давайте мы не будем заходить. Частота обновления на 140. Частота кадров. Переменная. Давайте мы не будем дальше 60. Так. Сглаживание. Загрузка процессора. Качество изображения. Давайте вот так вот. Качество текстур. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Давайте оставим пока на этом. Качество фильтрации текстур. Качество сетки. Максимально низкая. Блин, тут прям все прям показано как. Оставим кэширование теней. Все это. Да, качество объемных лучей. Высокая. Объемный свет. Красный уровень. Давайте оставим вот так вот. Свечение. Есть, есть, есть. Не знаю, что она меняет. Дистанция объектива. Все, короче. Нажимаем, возвращаемся. Ну что, давайте. Так, полная версия игры может отличаться от этой демо-версии. Вы можете играть в пробную демо-версию один раз и не более 30 минут. В демо-версии можно играть только при наличии подключения к интернету. Для Леона Кеннеди это должна быть была лишь короткая остановка на заправке сразу за городом. Именно тогда молодого полицейского окружили волны зомби. Вместе с новой знакомой он удалось добраться до Raccoon City, где судьба тут же разделила их. Пробираясь по улицам города, Леон смог добраться до полицейского участка, но так ли там безопасно? Так, вот мы начали играть. И смотрите, FPS-очка проседает. 40 кадров. Ничего себе, она прожорливая. Так.
Качество текстур давайте снизим. Ни хрена она прожила. Ну ладно, будем играть. Hello? Is anybody here? Осмотреться. Shift бег. Что тут такое? Ага, пистолет. Изучить. Назад. Изучить. Так. Да что такое? Объединить. Ни хрена. Я что-то не пойму, конечно, для чего это. Матильда. Непонятно немножко с интерфейсом мне. Открыть снаряжение. А, это мое снаряжение. А, все, понятно. Давайте возьмем. Непонятно, вот это что для чего. Ну хрен с ним, пойдемте. Так. Херня, все закрыто. Тут что-то тоже, наверное, видимо, взаимодействовать надо. Блин, 12-30 минут это пипец, мы, да. А, вот какой-то ноутбук. Мы, блин, вряд ли что успеем нормально посмотреть. Давайте по-быстренькому прям. РПД. Так, и дальше что? Ага. Камеры. Короче, зомбаки, ребятки, зомбаки. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. В башку ему стреляй. Send reinforcements. East hallway. А, вор, РПД это Ракун, полис департамент, наверное. Ракун. Город. Ракун же у нас. Дела происходят в Раконе. Мотели, да, наверное, фильм Resident Evil. Так, история карты. Вот на карте отображается не только ваше текущее местоположение. Здесь также можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Круто, круто. Пойдемте уже дальше. Управление такое необычное немножко, я бы сказал, по ощущениям. А что вот тут у нас? А, я здесь был, закрыто. Блин. Что-то шумит. Давайте сюда пойдем. Тоже закрыто. Облом. Прикиньте, 30 минут будем бегать. И не сможем ни одной двери открыть. Все, не хочет брать. Ага, все, взял. Да, пишите, ребят, в комментариях, как ваше впечатление от данной игрухи. Пока понятное дело, что ничего. О-о-о. Что тут делать? Лев. Ну-ка, смотрим. Может. Лев. Есть лев. Корона. Вода, птица. Лев. Что еще? Надо что-то подобрать. Щит. Лев. А, щит. Значит, нам нужен щит. Ага. Пипец, не подходит. Что еще тут? Весы. Скорпион. Сейчас будем эту загадку разгадывать, пипец. Лев, щит. Что на щите? Блин, пойми. Блин, ну ладно, погнали дальше.
Прошло 5 минут игры. 5 минут игры, мы торопимся. Чё, закрыто что? Пипец, неужто? Ой, жесть, надо торопиться. Что мы тут забегаем? Блин, он по ступенькам спускается, по каждой ступеньке ставит ногу, блин. И скорость сразу замедляется. Так, тут мы не могли пройти. Как тут дальше действовать? Ой, что тут делать-то? Ребятки, подсказывайте быстро. А что делать? Хрен знает. Тут что? Нельзя? Вот что-то есть. Кнопка. О! Keep out. Блин, парни, вы понимаете, и девочки, что нам сейчас придется делать? Нам придется влезть в эту щель черную. Твою мать. Ой, как все классно. Ладно, настройки графики я бы потом сделаю. Уже времени неохота тратить на это. Пускай будет 40 кадров. Ёпрасы-то. Сколько кровища. Нам нужен еще, наверное, один трансформатор какой-то. Ёпрасы-то. Это что, вода на полу? Закрыто. Никого не видно, слушайте. Какие-то шумы. Что, блядь? Что происходит? Ебануться. Вот это, блин. Вот хорроры, это, блин, самый, блин, такой щекотливый жанр, блин. You got this. Да, ты справишься, конечно, я тебе помогу. Не тебе же штаны мочиться. Жесть. Тут нельзя посмотреть. Удерживать. А так, а тут что у нас? Ёпрасоте. Мешки какие-то. Что тут у нас? Мусорка. Блин, он, по-моему, обосрался. Посмотрите на его цвет штанов. По-любому сейчас встанет вот этот ублюдок. Башка целая. У него патроны снизу под ним. Смотрите, сейчас возьму. Ну, я бы уже выстрелил в голову. Ну, давайте возьмем. А, нет, смотрите. Нифига себе, посмотрите, какая система повреждений, блин. Давайте возьмем. Перезарядимся. Так, что тут еще есть? А, это, по-моему, зал суда, что-то типа того. Так, тут какая-то кнопочка, давайте ее включим. Но, блин. Не встал труп, блин. Прикиньте, ломает стереотипы. Блин, как страшно. Ёпарасоте. Короче, труп не встал. Уже сломали стереотип. Обычно, блин, когда он так лежит. А, удерживать надо. Давайте удерживать. Давай, 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 Леоночка, давай. Для этого ты проходил подготовку, чтобы сдаться на каком-то шкафе. Не, ну графони мне нравится, если честно. Но, блин, прожорливо пипец. Просто пипец. Охренеть. То есть нужно уже видеокарты, блин, на 12 гигов брать. Ой, как, блядь, страшно.
Ага, из толчка вода подтекает. Ага. Пока никого. Кто за временем следит, сколько нам еще осталось? Минут, наверное, 20 поиграть. Блин, ну слушайте, ну тут прям дохерища трупов. Тут на замок. На цепь. Ёпарс, это всех полицейских перегрызни. Закрыто. Блин, мне что-то неохота мимо них. Где ты орёшь? Сейчас открою, сейчас открою. Закрыто. Пипец. Пипец. Жесть. Ох, охренеть. Грёбаное суфле. Ебать, смотри, детализацию кишков. Вот это, блин, покрасать. Ой, забирай бумажник. Итак, детишки, урок биологии. Блокнот офицера. Что-то он тут нарисовал. Три какие-то... Ага, это надо вставить что-то в статую. Парковка, выход. Что-то внизу тут есть, он не знает что-то. Это лифт, наверное, вниз. Тут по лестнице. Что за хрень? Ага, смотрите, корона. Лев жрет... Ага. Что-то еще. Ага. Мир. Короче, это очень темно. Значит, нам нужно мир. Женщина и это. Ну все понятно. Закрыть. Я даже не буду дальше. Да ну нахер. Живучий. Он, надеюсь, не пробьет эту дверь. Я в ахере просто, прикиньте. Вот это детализация. Охереть. Он еще встает. Я в ахере. Голову. Охереть, вы посмотрите на этого урода. Я просто в ахере. Он еще живучий. Еще встает. Блять. Давай, прицеливайся. Прикиньте, он еще встал, блин. Я просто в шоке, блин. Они еще встают по ним. Да ну нахер! Бля, сейчас сожрут, по-моему. Я просто в шоке. Они идут сюда. Не тратить патроны, не тратить. Патроны понапрасну. А ёпарзате! Я в ахере, я косой. What the? Бежим. Я просто в ахере. Не пробежать бы дверь, блядь. Бежим, давай, 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 залез, вылезай. Блин, прикиньте, их патронами не берут в голову. Не, да ну нахер.
Отвали! Блять, суфле. Типа, просто. Thanks. Ребят, я куплю эту игру. Я, блин, мне понравился. Блять, прям чувствуется, ребят. Холодок по венам. Да. Пипец просто. Зомбаков нельзя убить, блин, в череп. Это нереальное просто. Он, блядь, он полз, блин. Так, ладно. Что-то перевозбудились, по-моему. Сейчас будем возвращаться. Я не знаю, читать вам, не читать, не буду читать. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Да посмотрите, он уже бледный. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. Что это? Нож? Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not. Не медли ни секунды. Ага. You do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Все, расслабься. Он сейчас в зомбака превратится. Боевой нож. Ух, выберите на экране снаряжение нож, и со временем изнашивается и ломается. Да ладно, когда опустить шкала прочности, взять на изготовку, пробел ударить. Можно применить для контратаки Space, если враг вас схватил, но вернуть оружие можно будет только после победы. Прикольно. Ну то есть он типа в трубаке застревает и это. Подтвердить. Все, надо валить. Достать доп. Оружия. Space. Ага, все, отлично. Решили. Давайте. Попробуем подобрать эту комбинацию. Так, значит, нам нужно... Давай сначала корону попробуем. Нет, давайте уже мы корону пробовали. Девушка. Девушка и птица, по-моему. Нет, не то. Птица. А девушка есть? А что еще? А, вот. Ай, жесть. Повторяется, по-моему. Корона. Девушка. Давайте льва попробуем тогда. Корону. И барана. Подтвердить. Ух! Сработало. Медальон со львом. Спейс. Подтвердить. Ага. Нам нужно три медалика найти. Так, ну ладно, давайте. Давайте. Этот чувак скоро в зомбака превратится. Бежим. Использовать. Ага. Ух ты. So Elliot was right. Yeah. But the passage isn't open yet. Чувак, давай только не, нет, не превращайся в зомбаря сейчас. Я как бы не хочу с тобой сейчас драться. Так, ладненько. А, вот для чего нож, прикиньте. Мы не могли, оказывается, отодрать изоленту без ножа. Пипец. Всё сложно. This is not how I imagined my first day. А, ты только выпустился, да? Отлично. Что это такое? А, травы. Типа лечиться можно.
20 минут прошло. Блин, парни, 20 минут осталось. С помощью травы можно лечиться, насколько я помню. Так, надо еще Патриков, срочно Патриков надо. Блин, сколько кровяки. Блин, понеслась жара. Нет, еще не жарко. Вот там лежит он по-любому. Все завалено нахер. Горит. Еще на восток к реке. Радиостанция. Блин, с него кровище льется. Убирайте детей. Охуеть просто. Ребят, посмотрите. Это просто пипец. Что вы? Ёпш твою. Это как так-то, блин? Это еще сзади, который лежит, он по-любому еще встанет. Да как так произошло-то, блин? Как ты умудрился так, я не понимаю. Какой-то клевер. Закрыто. А смотрите, блин, когтища-то какие-то кто-то оставил. Вот это срань, блин. Пипец. Это... А, это решетку вынесли. Охереть просто. Ну теперь понятно, кто кого закинул. Как он туда поп... Как там он очутился? Так, давайте еще побыстрее пойдем. Да ну... Твою мать! Тварь. Тварь грёбаная. Что у нас тут? Отчёт событий. Ребятки, промотаю, потому что, ну, времени на это нет уже читать. Замок закрыт. Что это у нас? Карта. Первого этажа участка. Чё-то, блин, пипец. Операционная комната, чё-то. Барьер. Так, командный пункт. Мы здесь. Мы сюда только что зашли. Сюда мы не пройдем. Вот еще налево что-то показывает. Давай, залезай, чувак. Отлично. Патрики. Возьмем. Конечно, мы возьмем Патрики. Гребаное сумасшествие. Надеюсь, он не услышит меня. Смотрите, он жрать хочет. Он носил этот автомат. Не будем его отвлекать. Порох. Хрен с ним, возьмем. Использование пороха. Патроны для пистолета, 2 пороха. Патроны для брейка, порох, пульс, высококачественный порох, желтый. Патроны для револьвера, высококачественный порох, желтый, 2 штуки. В участке осталось мало патронов, используйте весь порох, чтобы что найдете. Разные типы оружия используют разные патроны, поэтому следите за тем, чтобы... Что с чем соединяете, иначе не получите нужного результата. Конечно, понятно. Патрики. Отлично. Тут приседать надо? Ой, ёпарасоте. Сейф. Ага, хрен. Размечтался. Может, у тебя есть? Ёбаный придурок. Ложись уже.
Он еще встал. Нет, ты еще... Да, сядь ты. Не напрягайся. Пипец, сколько в него патронов. Неугомонный, блин. Работяга, блин. Нашим депутатам такие работяги нужны только. Чтобы работали, не покладая рук. Так, что тут у нас? Кресло. Где? Ай, жесть, блин. Наверное, какие-то ключи надо искать. Перезаряжаем. Ну, пипец. Вы посмотрите на это чудило. Ты куда пошел? Оп! Куда ему выстрелил? Еще один. Эй, ёпарасоте, он дергается. Да ну нахер! Как так-то? Надо бежать уже. Что тут у нас? Отчет об операции. Ребят, потом почитаю. Где? Где? Что делать? А, там же можно... Еще дальше идти было. А тебя еще не хватало, ублюдка. Какая-то жопа не умирает. Что тут у нас? Я бы все это быстро полистал, конечно, но, блин, времени пипец. Оставили. Что тут? Какой предмет нужно достать? Это типа сейфа? Здесь нельзя использовать. Что тут у нас? Тильда. Что-то проявить можно будет. О, трава. Красная трава, растущая в горах, и невозможно использовать в таком виде. Понятно, еще нужно будет... Будет это. Хорошо. Ага, тут типа... Жесть. Это просто... Время уже скоро подходит к концу. Еще возьмем. Порох. Объединение предметов. Объединить. О, патрики. Все, поняли, да, как объединяется? Все просто. Просто порох с порохом, без всякого металла, и у вас патроны. Какая-то хрень. Еще патрики. Бежим. Рычат. Ох, охренеть. Нужен ключ. Прибежал. Блять. Ты в ахере просто, блядь. Отлично, еще пароль надо подбирать. Патроны дробовика. Отлично. Уже дробовик-то точно должен сюда разделаться. Пусто. Надо ключ как-то искать. Что-то вроде все успокоилось. Траву можно объединять? Объединить? Нельзя. И надо что ли выше подниматься. Жесть, ребятки, просто жесть невероятная. Вот он стоит. Shit. Идиот, бля. Ну хорошо, хоть патроны не потратил на него. Нет! Все, ребятки, всем спасибо за просмотр.
Вот, пишите в комментариях, что думаете об этой игре, стоит ли в нее играть, но мне кажется, что стоит, стоящая игруха. Вот, и пишите обязательно в комментариях, если вы хотите увидеть прохождение этой игры. Вот, обязательно. Вот, ну и, соответственно, если вам очень понравится, я обязательно буду записывать прохождение. Вот. Так, на этом все. С вами был X-Prime. Всем пока, до новых встреч.